сцене выступают дошколята, это вызывает только чувство умиления. Маленькие крохи стараются изо всех сил, ведь в зале сидят их мамы и папы. Я облик сложившийся быстро разрушу, прошу заглянуть мою чистую душу. Хрустальная акапель юных талантов – конкурс для всех. В нем участвуют как профессиональные студии творчества, так и самодеятельные коллективы детских садов и школ. В течение года они без устали репетируют, чтобы в финале выйти на сцену Дворца пионеров и школьников и услышать восторженные овации. Хрустальная капель – это вообще значимый конкурс для города Челябинска, это бренд города Челябинска, и поэтому все коллективы творческие пытаются прорваться на конкурс, пытаются показать, насколько талантливые дети, и что у нас Челябинск – город не только суровый, но город творческий. Ребята детского сада номер 70 «Хрустальной капели» участвуют впервые. Перед выступлением небольшое волнение. Но, с другой стороны, они команда, поэтому друг за друга горой. Танцевальным номером в стиле хип-хоп они уже завоевали сердца зрителей и жюри на отборочном и районном туре. И вот городской этап. Работать всегда есть над чем, да, к идеалу надо всегда стремиться, и его не достигнешь все равно. Дети очень открылись вообще, то есть от них я такого не ожидала. Прям это большой успех. Они молодцы. Для юных воспитанниц детского сада номер 31 поддержкой стали родители. Танец с папами растрогал абсолютно всех. Идея совместного выступления вдохновила музыкального руководителя написать песню, а хореография родилась сама собой. И пусть приснится, что ты принцесса из красивого волшебного леса, и всегда наступает лето, когда ты идешь по белому свету. У нас такая группа подобралась, такие родители ответственные, такие хорошие. Мы решили сделать совместный номер с родителями. Вот. И плюс у нас подбор детей такой очень талантливый. На финале конкурса «Хрустальная капель» других не бывает.